My father was always very hesitant. Мой отец всегда очень волнительно, с чувством сомнения относился к своим фильмам. Боялся, что они устарели, что их время прошло. Он как бы стеснялся их и не любил их показывать. Но у нас дома всегда был 16-миллиметровый проектор, и, конечно же, мы иногда смотрели его фильмы. Но отца нужно было специально упрашивать, чтобы он их показывал. Джеральдин Чаплин рассказывает, кинокартина «Огни большого города» была снята еще задолго до ее рождения. И несмотря на то, что отец не любил рассказывать, как он работает над своими фильмами, свое детство напомнит полностью окруженным творчеством великого Чаплина. Просматривая его фильмы, продолжает киноактриса, они всегда хвалили папу. И сейчас родные и близкие стремятся сделать все возможное, чтобы с кинотворчеством Чаплина познакомились новые поколения зрителей. В течение 70 лет после смерти легендарного кинотворца авторские права на произведения режиссера и актера принадлежат его семье. Джеральдин Чаплин говорит, она регулярно устраивает и участвует сама в кинопоказах фильмов Чаплина. Один из самых известных фильмов «Огни большого города» будет показан широкой публике в рамках Одесского кинофестиваля в субботу в 21:30 на Потемкинской лестнице.